Всех приветствую на своем канале. Сегодня я сделаю небольшой обзор на подобранный мною автомобиль для моего клиента из Великого Новгорода. Это Renault Kadjar 2019 года, рестайлинг, передок на механике, значит, 115 сил на мочевине. Комплектация обычная, простая, можно так сказать, но не самая базовая, но все необходимое, на мой взгляд, по опциям здесь есть. Итак, самое главное, что, наверное, все хотят знать, это реальный пробег и сколько стоит данный автомобиль. Данный автомобиль стоит 1 810 000 с учетом торгов, скидок, и пробег составляет, сейчас одну такую паузу возьму, 57 тысяч километров. Не 157, не 257, а всего лишь 57. Поэтому такая, ребята, цена. То есть сейчас для подтверждения своих слов сделаю вам кадр, наведу на ВИН-номер автомобиля. Вот. Если хотите, поставьте на паузу и пробивайте через дилера. И увидите, что машина относительно не так давно проходила плановое ТО на дилере в Европе на 45 тысяч километров. Итак, быстренько пробежимся по комплектации. Есть передние и задние парктроники, галогеновые фары, дальний-ближний. LED ДХОшки, противотуманки, галоген. Клиренс, кстати, 200 мм. 17 диаметра легкосплавные диски. Резина еще заводская стоит в хорошем состоянии. Та резина, на которой выпускался автомобиль с конвейера. Вот она, 24 неделя, 19 год. Минимальная выработка на тормозных дисках. Здесь также у нас, ну они в круг, его заводские шины, 24 неделя, 19 год. Так, машина оборудована бесключевым доступом. Есть складывание, раскладывание зеркал. 4 стеклоподъемника, электрорегулировка зеркал. Посмотрите, как выглядит на 57 тысяч километров руль. Сейчас, ребят, сфокусируется. Вот такой вот у нас руль. Он не перенатягивался, не перешивался. То есть полностью оригинальная. Вот они, наши оригинальные цифры его пробега. В отличном состоянии накладки на педалях, не выработана вот эта вот кожа на ручке КПП, то есть без износа она, потому что кожаная. Есть подлокотник, который сдвижной, тканевый салон, боковины прям как на новом автомобиле. Как сказал мой клиент, когда сел первый раз в автомобиль, здесь еще, говорит, вот, пахнет еще свежей машиной, как в салоне. Так, мультимедиа, раздельный климат, тут три шайбы таких есть. Значит, вот там вот, видите, да, наверное, подсветка такая LED синенькая. И, значит, две розетки USB. Везде такой черный глянцевый пластик, вставки. Кстати, все стекла, фары, ремни безопасности, ну и шины, те вещи, которые имеют маркировку с годом выпуска, соответствуют году выпуска машины. Ну вот, что я имею в виду, да, вот 25 июня, 19 год. Есть подлокотник с подстаканниками, две розетки USB и одна такая вот 12-вольтовая, стандартная, в хорошем состоянии весь автомобиль, без изъянов, технически, естественно, исправен, все-таки пробег имеет значение. Такая вот есть сдвижная полка, и здесь вот такое вот у нас запасное колесо с домкратом, никогда не ставилось, новенькое. Вот. Камеры нет, но ее можно реализовать относительно недорого. Про парктроники я уже говорил, перед-зад. Ну и LED задние фонари полностью. Ладно, ребят, у меня на этом все. Если кому понадобится какая-то информация, разъяснение, консультации, звоните. Мой номер есть в описании под каждым роликом, так же, как и группа ВКонтакте и телеграм-канал, где много-много всего интересного. Подписывайтесь, вам понравится. А теперь точно все. С вами был Дмитрий. Всем пока-пока.